Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня у моей жены день рождения. Я сниму серию видео с несколькими салатами. Вот один из первых. Салат называется «Лесная поляна». Для этого нам нужны шампиньоны маринованные целые, отварной картофель, ну штучки 4 больших, у меня вот маленькие здесь. 5 яиц, соленые либо маринованные огурцы, дальше отварная куриная грудка, одна банка кукурузы и зелень, укроп и лук. Делать я буду все вот в такой вот миске. Очищаем картофель, грибы оставляем целые, куриную грудку режем мелко, огурцы режем кубиками, яйца натираем на мелкой терке. Так, ребят, приступаем. Нам нужно натереть огурцы на терке, на крупной. Ну, можно, в принципе, их порезать кубиками, но я предпочитаю, чтобы был помельче. Натираем. Далее натираем картофель. Тоже на крупной терке. Далее на крупной терке натираем яйца. Нарезаем грудку нашу куриную. Мелкими кусочками лучше. И последнее нам осталось нарезать зелень. Мелко крошим зелень. Лук, укроп. Решил я взять вот такую вот миску, другую. Потому что ингредиентов много. Я боюсь, туда все не полезет. В принципе, нам сейчас не суть какая посуда. Потому что мы его потом будем все равно перекладывать на ту тарелку, на которую будем подавать. Самое главное, чтобы было широкое дно и, ну, более-менее прямые края, так сказать. Итак, мы начинаем. Наши шампиньоны нужно положить на дно шляпками вниз. Вот так вот. Делаем. Дальше у нас идет зелень, то есть лук с майонезом. Тьфу. Лук с укропом. Нужно все засыпать зеленью. Далее у нас идут яйца. Аккуратненько. Можно чуть-чуть подсолить чуть-чуть. Все это дело смазываем майонезом. Ну, примерно так. Дальше у нас идет кукуруза. Слой майонеза. Здесь можно побольше, потому что отварная курица, она суховатая, чтобы не было такого. Дальше идет соленые огурцы. Предварительно вот их отжать бы, конечно, лучше, но... И сверху
свой картофель. Все, убираем в холодильник на 4 часа. Так, ребятки, постоял у нас в холодильнике салат. Сейчас нам нужно его перевернуть. Не знаю, получится у меня или нет, так как этот салат я сегодня делаю впервые вместе с вами, но попробуем. Берем тарелку, на которой будет он подаваться. И попробуем сейчас перевернуть. Ну, в итоге, вот у нас что получилось. В принципе, получилось неплохо. Салат должен быть довольно вкусный. Итак, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Я вам желаю приятного аппетита. Ожидайте новых видео. Пока, всем.